Никита? О, мама! О! Вот это сюрприз! Вот и чего не ожидал-то, а? Ну! Здравствуйте! Мы все здесь пошли, чтобы не сели. Дорога-то, видите, какая? Добрый день. Позвонили подстёпный, знакомый. Мы, как на этой неделе, построили дорогу. Мы ведь, да. Это фермер. У него 6,5 тысяч гектаров, очень сильный. Да нормально, ну что, ну просто пока сейчас зайдете сюда, как? Посмотрите на него. Нормально. Подпростыл. Плавать? Плавать. Так, заходите сейчас. Сейчас у нас ужин будет, поужинать, вы когда поедете. Сегодня паста. Молодец. Загорел. Это наши площадки. Здравствуйте. Костер, картошка. Они готовятся тут, там играют музыка. Вон там у меня строение, кстати, вигвам называется. Я так спрашивали, а кто едет? Я не сказал, кто тут по посылке. Сюрприз. Так еще одна неожиданность. Миля, приехали. Миля, приехали. Нужно будет вещи собирать. Подожди. Пока обед не собрали. А у меня вещи собраны уже почти все. Только надо постель. Все, чтобы вещи были собраны. Постель. Ничего не забыл, потому что отправлять, потом догонять для нас это. Вот стадо пасется, они вчера пасли. Ох, ничего. Отпрашиваются из пастухов. А сколько человека не пасут? 10 пастухов. Так, у вас наше видео, так сказать, визитка-то есть? Да, есть. Вот вы там его видели, там есть? Да нет, у меня сломался там. О, на YouTube. Вон там, вот здесь у них, видите, загляните. Вот здесь они настольники ее ему, да? Давай, показывай все, скажи. Проведи экскурсию по лагерю. Научился? Все, играй. Давай, скажи. Много у вас человек здесь? 18. Детей? Да. Пойдем дальше посмотрим. Какой еще? Собрать сюда. Да. Арсений! Арсений, там где? Арсений, позови. Арсений, иди везде. Иди везде, показывай. Рассказывай, что здесь. Я пошел говорить. Здесь молимся. О, молимся. Здесь колокола. Вот при отъезде 10 раз он сам должен ударить. Любой колокол. Самый большой вон колокол. Потом будут вопросы к нему, если обиженные им. На него кто обижается не, то есть он должен уехать, оставить друзей, которые за него будут. Мы 44-й год наш лагерь, нам очень непросто было в советское время. 44-й. 44-й. Мы были единственные на весь Советский Союз. Это селение такое вот проехали, где нельзя ни пить, ни курить, ни материться, ни воровать. Мы тоже единственные. 24 года, как мы получили статус. Здесь пустырь был, бывшая наша деревня. Сколько раз пахнет? Это? А это? Это хлеб пекут, зайди. Там пекут. Только не позвоню. Мама хочет. Форма. Тут хлеб такой... Сколько было, да? 24 можно. 24. Каждый день, через день только пекут. Свежая мука, ящики железные, там все с поролоном. Чего у меня все не забегут? Я пищи русские, я сам пищи. Давай, а я хотела. Голландка, голландки. Подними. Вот здесь все события происходят. Здесь мы делаем 4 раза в день разбор поведения. Как это происходит? Вот там видно ворота, футбольное поле. Там они гоняют. Вот это вот, это называется, ну, бум, разъезд. 75 метров, тут они учат находить. А это смотровая. Но это не было. Деревня, когда делают, вот там скотина уйдет, не видно. Ну, а теперь они как-то заработали за обедом, да? Они после обеда работали, значит, на следующий день они отдыхают. У нас правило такое. Ну, они там, я кажется, там палатки лежат или еще надо посмотреть. Да, палатки. Палатки. В
Понятно. Ну-ка посмотри, там сними оттуда. А то уже столько дней, наверное, нет. Палатку, палатку на сними с первого этажа. Это главное место. А, башню тоже построили, видите, какой. Это я Миму с Леонидой сделали. Вот это у нас такие кельи. А вот это не просто спят, вот посмотрите, с этой стороны труба, нынче мы не топим. Вот. А с той стороны топить, и под ним идет жар, когда нужно что-то сушить. Печник. Вот видите, тут была печь, где можно зайти. Это наш стол. Тут все выставлены, регистрация, краевое отдел юстиции, все документы. Вот. Это кухня. Можно посмотреть. Эти у нас тут холодильники, морозильные камеры. Здравствуйте. Это наши работники. Это работница с Казахстана приехала с внуком. А это мама. Внучками. Вот это ее дочки. Вот еще Игнатий Иванович. Любовь Николаевна вот еще. Любовь Николаевна. Это врач. Добрый день. Это видели что-то? Да. Ну, знаете, тем более. Там бывают, вот. А это у нас техническая вода для всякого. Под землей у нас тут шланг идет, тут мне помогал строительный завод и артерий. Видите, у нас надписи какие идут? Сзади, вон, видите, видеозапись. У нас постоянно все записывается, никакой тайны нету. Это умывальник, там маленькая пастерушка, бывает иногда что-то. Обычно у нас в бане, сегодня у них банный день был. Вымылся? Все. Тут у нас дисциплина строгая. Стараемся создать 100% защищенность ребенка. Ни обзывание, ни драк. Мы просто знаем, что в других лагерях делают. Вот так. Не мокрая, Вань? Нет. Это, иди, выбери себе ребенка. Даже два возьми. Беленький не сзади. Сейчас он выберет себе. Навещу. Там на стол положи, Вань, там. Выбирай головенька себе любую. А я понял. Тихо. Ну-ка, хватит. Что такое? Он первый мне нужен. Какую первую начал? Что ты? А что на ней лежит, когда мы играем? Да какие шесть? Я его попросил, не надо. Все возьми. Да? Ну, примерно видно, что у нас рабочий полигон. А это яма, длину откуда берем, чтобы туда никто не упал, посмотрите. Загорожено все. Посмотри. О! Держи. Так можно будет дома бизнес. Конечно. Тогда в бане у кого-то может быть. У нас баня есть. Так, Ваня, не забудь машину положить. О, с дарами едет. Главное, что вот вы пораньше приехали. Мы уже с понедельника пойдем по ягоды. Тут клубники много. Мы ходили, там вдоль дороги подают. Да. Тут еще просились на деревьях лазить. У нас березы проверенные, это крепкое дерево. Это все у нас будет в воскресенье начнем. Ну, так вот. И там под железной дорогой труба, и там они залазят, я их учу кричать, как хотят. Они там энергию выплескивают под железной дорогой. Вот так. У нас, видите, электричество. Раньше ничего не было. Мы совершенно автономное отделение. Нет, одинаковое. 9 на 9. Так. Ксюша, достань. Это... Ксюша, куртку иди и сходи одень. Чего ты без куртки-то? Иди оденься. Хует морозиться. Назад пораньше пойди. Вот посмотрите, что дети знают. Посчитайте. Кто изобрел телефон? Мартин Купер. Это не каждый знает. А кто изобрел интернет? Юдорнов Свит. Кто президент России? Путин Владимир. Кто премьер-министр? Медведев. Кто губернатор Алтайского края? Они должны знать божественное это. И у нас главный лозунг, вот зайдите сюда. Дети скандируют, вы увидите как. Вот главный лозунг наш. Посмотрите. Кто-то сочтет, скажет, на формалисты, русские. На какие мы русские? И дети это знают. Тут очень много было в прошлые годы, сейчас полегче немножко.
А как вот именно подставляется, что вы заговорили сами? Что? Пойдемте туда, пока они на стол собирают, а мы будем подставить. Так? Сейчас. Полная цена. А вы смотрите. 7 часов. Внимательно смотрите. Женщины с левой стороны, две становятся, мужчины справа. Давай. Ваня, руку из кармана. Господи Боже наш, слава тебе. Очи всех на тебя, Господи, уповает, и даешь им пищу во благовремени, отверждаешь их и щедрую руку, то исполняешь всякое животное благоволение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, и освети дары твои святые. По великому милосердию твоему ты сохранил нас, благослови наших братьев путешествующих, Иоанна, Виктора и Акима, возврати их в мире. Благослови приезжающих и отъезжающих. Тебе, Господи, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Так, мама, выйдите сюда, папа тоже встаньте. С этой стороны оба. Так, Арсений, выходи. Вот теперь он встанет от меня через двух человек. Какой порядок? Вот здесь встанет папа с той стороны. Так, первый вопрос. Тебя несправедливо здесь наказывали или обижали? Ты меня уже не боишься, потому что ты такая прокладка, папа, мама. Видите, мы все учитываем это дело. Чтобы... Так, если тут люди, на которых ты что-то имеешь, что-то тебя взяли, там обидели, обзывали, угрожали. Нет. Так, у вас что-то к нему претензии есть, когда он уедет? Нет. Чтобы вы не говорили, а, это Арсений виноват. У нас есть такая тактика, как ты уехал, на него технику молили. Но это не удастся. Значит, обиды на него нет? Нет. Нет, если вы в городе его встретите, это вам не враг. Так? Да. Видите как? Он сколько побыл, приобрел друзей. Посмотрите, какие у нас девушки. Красавицы. Красавицы, так не просто красавица. Вот девушка стоит. Сколько у тебя наград-то там? 86. По музыке. Первое место, которое мы занимаем. Одного или по краю. А на каком инструменте? Фортепиано. Она в интернете везде. Представьте, сколько у нее это целый альбом. Все время. Таша, тут есть чему поучиться. Вот. Это с Подмосковья, Струнино. Самый маленький. Принадлежит далекое путешествие ему. Этот крайний с Казахстана. Вот. Отъезжающий бьет 10 раз в любой колокол, какой ему понравится. И у нас главная заповедь – это вера в Бога, мы православные христиане. И второе – это уважение, почтение к родителям, к старшим. А то говорит, а он, ребенок, домой хочет. Так мы его приучаем не к лагерю, а к дому. Это естественно. Вот он какой приехал, ну, воспитатель, скажите, разница есть? Да. Какой, когда приехал, такой сейчас. Потому что дети тут занятия. Ну, вы сами видите, это не наигранно, он не ждал, не знал, пришли только из храма, вот такое. Сюрприз удался. Так, становитесь вы туда, а отец туда. Теперь, Арсений, давай. 10 раз. Давай, любой выбирай, 10 раз бей. Потом мы будем о нем молиться. Бей сильней. И ударь пальцы, смотри, аккуратно, давай. Один раз это собраться, 2 раза занятия, 3 раза на обед, на ужин везде, 4 читают Евангелие. Вот все распределено. Дети приучаются к дисциплине. Вот как правило у нас дети, которые были, они
практически не попадают по дедовщину в армии. Они послушные, а уж про девушек говорить не надо. Мы сейчас сделаем снимки. У вас может видеть, что у нас свободно можете везде делать снимки. Сейчас на память фотографируем. Так, то есть. Это у нас потом. Снимки я выставлю, когда вернусь в город. А ролики выставляются почти ежедневно, по 4 ролика. У нас такая богатая. Да. Где-то 3050 роликов стоит. И они все очень хорошего содержания. Так, вы отдельно можете встать, это общение. Давайте. Встаньте, мужчина сделает. Папа имеет дома. Так. Мама, платье чудесное. Вот так. Сейчас мы сядем за стол, мы уже помолились. Подкрепитесь. Ну и дальше. Это очень прошу. Проверь там зубные щетки, там у тебя где. Все. Еще раз, в келью кто-то зайдите. А он машину за аппарат. У нас такие порядки, что в келью заходи. Келья называется избушка. Где живут они с кем-то. Двое, это разрешение станции. Так что нарушение этого не допускается. Так, ну что, какие происшествия были? В церкви нормально было все? Да. Видите, я тут звонками меня долбили, вы долбили. А мы не знаем, первый раз не видим сюда. Понятно, обратно вы идите, запомнили. Так, показать поточки. Поточка нет, это бежать вон до тех тополей, сорвать один раз, это раз. Они памятливые. Если одежду кто-то забыл, ему надо три раза бежать в лагерь, когда люди обедают. И кричать, я забываю, одежду достану. Вот так. Ну все, садимся на стол. За стол. Пойдемте. У меня спорт, посетили кончать. Православный, поэтому... Следующее. А вот 12-го, тут у нас пойдет молочное. Покупаем первое. Не похудела? Нет. Вот и пост. У нас пост такой повырезан. Вот. Ребята, вот садятся вместе. Ну, стоит второй. Давайте остановленько назад повернитесь. Чуть-чуть. Смотрите, на дереве гнездо ласточка сидит. Вот сюда, подойдите поближе. Вон она, вверху, вам видно, нет? Вон. Вот, на балке. Это ласточки сидят. Для нее мы место выделили, там газету постелено. Вон она. Головка торчит. Она вот-вот выглядит. Мы обследуем тут занятия, идут, и им нужды никакой нет. Туда-сюда летает. И в храме у нас прямо на иконе два гнезда. Ласточки. Это радость. Что такие писают? Так, вы садитесь, проходите сюда. Да. Мама, мама! Это ничего не было, они с нами садили деревья. Так, мужчина, садитесь на это, а женщина там можно... Извините, сестры, маленько. Дайте место, проходите. У нас тут особое правило за столом. Чтобы одеты были. Так, чистите. Дежурный кто? Вот они. А ты еще сидишь здесь? Я просто так хочу. А? Я просто аппетита нету. Не понял? Аппетита нету. Аппетита нету. Садись на место. Придет время еды, аппетит приходит. Аппетита нету. Так. Давай. Так, внимание. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Ну-ка давайте проскандируем. Россия должна встать! Россия – это мы! Вот как. Путин-то не видит, какое подрастает поколение. Мы молимся за правителей, за патриарха, за всех, чтобы был мир. Видите, как прекрасно все. Сейчас будут подавать. Они многое слышат, очень многое. Каждое утро чтение Евангелия с толкованием блаженного Феофилакта. Вот. В храме были сегодня. Я не знаю, Виктора-то не было, Златоуст не считался сегодня. Понятно. Считается проповедь Яна Златоуста. Служба, когда батюшка там ведет сегодня в Барнауле, а когда он здесь, значит, богослужение длиннее бывает.
Дети за столом не разговаривают. Они должны показать первое, видите, дежурное, где-то по форме. Второе, третье, половина, значит, показывает. Хлеба не дали, он показывает. Рыбу раздают, они показывают. А по глухонемому у нас бука висит. Полное молчание. Говорунам вон туда стоять. И они все молчат. Кто говорит, дети не подчиняются, забывают глупости это. Просто надо любить детей. К нам приезжали, знаете, какие люди знаменитые? Директор Кэстонского института из Лондона. Ксения Деннон. Вот слышали, видели и надели посмотреть, как это может. Допустим, ребенок наркоман. В течение одного месяца его никто узнать не может. Это вещь невероятная для них. Профессора психологии приезжают. Тут откуда не было только. И телевидение. И мы говорим, и когда они исследуют, это у меня в книге отображено. Главный движитель лагеря тире с большой буквой любовь. В то время у нас строго. А в этом и заключается любовь, не потворствует. Они точно знают рамки закона, и вот здесь ему свобода. Это везде должно быть. Так, дежурная. Как разносят. Покажу, покажу. Подождите маленько, сейчас будет. Это половина первого. Сухарик-то берите, если надо. Надо. Или это люди давай. Ксения, тебя уже видели. Они знают половину. Если половина первого просит, то второе тоже половина. И третье. Поэтому первое добей до конца. Они знают. У нас были такие ребятишки. Вот от Тимура, Андрей, там сейчас он перекрещен был. Играли в игры. Он не понимает в этом мире ничего. Для него мир ограничен монитором. Девочка у нас в крайности есть просе. Она там на тарзанке, он ей просит, дай сюда это. Она садится на палку и на канате тогда летит. Она его летит, эта палка его пол, он не может понять, как она из монитора палка вылетела. Ему 12 лет, он бабушке звонит, бабушка, я первый научился есть. Поэтому мы в детстве правила играющих, увлеченных, мы просто не берем. Давайте. До конца доедать. Это вам, это лично вам. Взрослым. Им отдельно. У нас сначала дается взрослым, потом самым маленьким, потом посередке. Вот так. Все, приступайте. По славу Божию. Хлеб есть. Думаете, дети еще смотрят, они знают, что у нас так не едят. Не едят. В левой руке должен быть кусочек. Вот так, смотрите, как раньше едем. Ее поднести. На стол ложки не облокачиваются. Все дается обоснованию. Почему? Василий Великий, 4 век. Он говорит, всякое животное наклоняется к пище, а человек подносит. Ну, действительно так. Смотрим картины. Тихий Дон. Из одной чашки все едят, подносят. Не было, чтобы у каждого чашка была. А это благоговейное отношение, как Яна Москаменский, отец мировой педагогики, говорит. Дети здесь очень многому научаются. Главное, я насколько знаю, это детям требуется в школе отработка. Мы даем справку, которая имеет юридическую силу с печатью, что ему в школе не надо отрабатывать. Сколько часов? Поэтому, если вам это нужно, надо около меня остановиться, я там в деревне нахожусь, и я выдам ему эту справку. Вот. Главное у нас наказание в лагере – это отказ приезжать. И мы отказываемся приехать на следующий год.
не отказано. Это уже считается похвалой. Нарушений у него серьезные не было. Ну, вначале он тосковал, мы ему разъяснили, что эту пуповину надо резать. А что он нарушал? Это вот в доме был настоящий мужчина. У него одна улыбка теперь. Что бывает? Мама приехала. Мальчишка большой не видит. Лихомовитый, послушный, умеет работать, умеет при желании. Они пили дрова, у него ключевое такое движение, настоящий мужчина. Он просто заснят, он увидел. Вначале тут ничего не было. Бабушке передайте на лучшее пожелание. Хорошо. Мы записали, как она приходила с ним. Я бы решил проверить, там у памятника Пушкина. Пробеги туда и обратно. Он живо, туда-сюда. Ну, признали годным. У нас не оздоровительный лагерь, а трудовой. У нас клубника, это называется Виктория, подрастает. И все на стол сразу. У нас еще не прячется. Отдельно за стеной никто не ест. Я начальник лагеря, основатель его. А подается все здесь, на столе. А вот девочка приехала, а они давай жалуются, почки больные. У нас врач профессиональный. Но я знаю, что для почек. Это березовый сок. Батюшка дал березовый сок и скажет, что за час до еды ложку меду. Две, наверное, пошло, все, ничего нет, там вообще признаков нет никаких. Это все природное. Так, поднимайте руку и два пальца. Два, второе дано. Нету пока. Что, не хотите? Да. Два. Передайте. Игнатий Тихонович, нету пока. А, нету. Несите. Мы на 20 минут раньше сели. Завтрака у нас работа, дрова пилят, там что на огороде. А воскресенье служба, возвращаются, завтракают и на лодках кататься. Каждое воскресенье. Катался? Да. Он говорил, что катался. На лодках купались, сколько можно. Нынче пирс лед разломал у нас. И купались мы в другой стороне. Даже была девочка одна прыгнула, повредила ногу. Что там ее уехала домой. Предупреждаешь, говорит, с берега прыгнул, а там, видимо, дерево или что-то, она ногу проткнула. А? Колышек в воде остался. Павел, садись, пьешь.